Во дворце спорта имени Гамида Гамидова стартовал 9-й межконтинентальный кубок по вольной борьбе в памяти прославленных борцов 19-20 столетия. Традиционно в первый день после предварительных схваток состоялось торжественное открытие кубка. Артистами художественной самодеятельности было подготовлено настоящее костюмированное фольклорное шоу с песнями и танцами. Также несколько чествований. В частности, было отмечено достижение Рашида Гаджиясулова, который недавно первым из дагестанцев покорил Эверест. Ему было вручено удостоверение почетного жителя города Хасавюрт. В качестве почетных гостей присутствовали глава муниципального образования город Хасавюрт Зайнудин Акмазов, исполняющий обязанности министра транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сагид Паша Умаханов, исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Магомед Магомедов, начальник отдела Федерации спортивной борьбы России Шамиль Невридинов, делегат Объединенного мира борьбы Ференс Гуармати, а также заместители главы администрации, представители организации ведомств муниципалитета. Первым выступил глава города Зайнудин Акмазов, поприветствовал всех присутствующих и гостей межконтинентального кубка. Итоги победители этого турнира вступают в большой спортивный путь. Они становятся чемпионами России, Европы, мира и Олимпийских игр. Желаю всем участникам турнира спортивных удач, зрителям, зрелищным схваток. Межконтинентальный кубок по вольной борьбе объединяет вольников со всего зарубежья. Около 200 борцов из 10 стран – Азербайджана, Белоруссии, Польши, Казахстана, Украины, Румынии, Турции, Узбекистана и регионов России – впервые в турнире приняли участие борцы из Перу. На открытии присутствовало более 5000 зрителей. На открытии также выступил исполняющий обязанности министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Магомед Магомедов, который пожелал удачи всем участникам и гостям турнира. На торжественной церемонии открытия со словами приветствия к приезжим делегациям, ко всем участникам, судьям и болельщикам выступил начальник отдела Федерации спортивной борьбы России Шамиль Невридинов, который подчеркнул, что в Дагестане всегда уделялось большое значение турнирам, проводимым в Хасавюрте. Они способствуют укреплению дружеской связи между народами и популяризации вольной борьбы. Я думаю, что спортивные борьбы – это источник состояния вольной борьбы. В республике оно пополнится на новом олимпийском цикле. Вот это галерея великих спортсменов, которые просто невозможно перечислить в этой короткой времени. Я уверен, что спортсмены Дагестана достойно будут представлять, как вы представляли ранее, республику Дагестан на всех официальных международных. Участников также поприветствовал делегат Объединенного мира борьбы Ференс Гуармати, поздравив всех присутствующих с 9-м межконтинентальным кубком, отметив, что для него большая честь присутствовать на турнире подобного рода. После приветственных речей торжественно был поднят флаг Объединенного мира борьбы. Церемонию провел олимпийский чемпион Мурат Умаханов. Thank you.
9-й межконтинентальный турнир по вольной борьбе объявляется открытым. Первую золотую медаль 9-го межконтинентального кубка завоевал Завур Угуев, который в прошлом году выиграл этот турнир. В финале воспитанник Хасавюртовской спортшколы имени Маулета Батырова нанес поражение земляку хасавюртовцу из училища Олимпийского резерва, победителю юниорского первенства Европы Абазгаджи Магомедову. Поначалу Угуев проигрывал, но затем с одного захвата заработал 4 балла. Итоговый результат встречи 6-3. Второй раз подряд выигрывает. В прошлом году мне удалось выиграть. Родные стены помогают. Порадовать своих болельщиков, своих родных и близких. Хочу благодарность сказать душе Маулета Батырова и маме. Внимание! Прошу. В связи с болезнью борца Хизриева Магомеда. Спасибо им. Победа присуждается Гарджи Мадиеву, мастеру спорта международного класса, чемпиону Европы. Как отметили на турнире, Сагит Пашау Маханов сделал из хасавюрта мекку вольной борьбы. Это человек, который является организатором межконтинентального кубка. Впервые турнир в хасавюрте состоялся в 1999 году в памяти выдающегося спортсмена Шамиля Умаханова, обладателя Кубка мира по вольной борьбе. Я долгое время работал тренером, и показатели были неплохие, и у меня очень много чемпионов, и олимпийских, и чемпионов мира, и Европы. Конечно, я этот вид спорта люблю, и вообще, это я считаю самым сильным видом спорта. Вы посмотрите сейчас, единоборства, разные там силовые, это самое, где бы не было, вольники всегда, они лидеры, они сильные, крепкие, мужественные. Здесь все одновременно тренируют, и мозги тренируют, и характер, стойкость, выдержка. Вы помните, наверное, самые тяжелые времена наши вольники показали свой патриотизм, защитили город, республику. Это и есть вольная борьба. Вместе с титулом призера и чемпиона престижного борцовского форума атлеты также получили солидные денежные призы. Первое место – 150 тысяч рублей, второе место – 100 тысяч рублей, третье место – по 50 тысяч рублей, а также тренеру победителя – 50 тысяч призовых. Общее руководство, подготовка и проведение межконтинентального Кубка мира осуществлял оргкомитет, утвержденный правительством Республики Дагестан. Организаторами же турнира является Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан, Федерация спортивной борьбы Российской Федерации Республики Дагестан, администрация города Хасавюрт, Общественный фонд по вольной борьбе имени Шамиля Умаханова, Общественно-благотворительный международный фонд имама Шамиля. Много предприятий, фирм, общественных фондов оказали спонсорскую помощь турниру. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».